Сорт ремонтантной малины «Пингвин» уже оценили многие садоводы в северных регионах нашей страны. Он относится к штамбовым видам, то есть растения этого типа имеют более крепкие стебли, но укороченную длину. Высота побегов не превышает 1,5 метра. Малина сорта «Пингвин» не расползается по участку и не вымерзает, что очень ценно. Среди ремонтантной малины очень много сортов с ранним сроком созревания. Один из них – это сорт «Пингвин». Получил название за то, что растение хорошо стоит вертикально и дает ягоды, которые смотрят вверх. Вот. Ягоды довольно крупные, но основная ценность этого сорта, что они созревают очень рано. И даже в северных регионах страны вполне возможно получить урожай такой малины. По-другому получить его там нельзя. Этот сорт – находка для северных регионов нашей страны. Как мы уже говорили, малина сорта «Пингвин» абсолютно не вымерзает. Потому что поздней осенью полностью куст малины мы срезаем под корень, и на поверхности земли не остается буквально ничего. И, соответственно, вымерзать нечему. Она может расти в абсолютно северных регионах, а весной, ранней весной, появляются новые растения, которые к августу месяцу набирают силу, и на них, вот именно на годовалых побегах, появляются ягоды, и плодоношение продолжается с августа и до самых заморозков. Урожайность у нее в разы превышает плодоношение обычных малин. Средняя урожайность сорта малины «Пингвин» с куста 5-6 килограммов ягод за сезон. Полностью вызревшая ягода легко отделяется от плодоножа и в процессе сбора сохраняет форму. Благодаря достаточной плотности ее очень легко транспортировать. При задержке сбора урожая ягода сохраняет форму и качество до 5 дней. А вообще, поскольку малина «Пингвин» – это ремонтантный сорт, все качества, присущие ремонтантной малине, в нем есть. Ремонтантная малина – это уникальная культура, которая имеет ряд превосходных качеств. Очень любят наши садоводы, когда малина не расползается по участку. Вот именно ремонтантная малина имеет мочковатую корневую систему, которая не позволяет поросли распространяться на всем участке. Она растет в одном месте, и это очень удобно для наших садоводов. Ремонтантная малина плодоносит в то время, когда все малиновые болезни и вредители уже отходят. Поэтому она абсолютно чистая. И когда мы собираем июньскую малину, мы всегда смотрим, чтобы там не было никаких червячков. Вот на ремонтантной малине это мы можем просто не делать, потому что никаких вредителей в ней нет. Она чистая, красивая и очень аппетитная. Закажите саженцы ремонтантной малины «Пингвин», воспользовавшись интернет-магазином семена.ру. www.semena.ru. Мы доставим саженцы в любой уголок страны по почте. Заходите на наш сайт. Специалисты компании с удовольствием поделятся с вами опытом выращивания и ответят на любые вопросы. С уважением, semena.ru.